Какая красивая лава. Ну да, главное туда не упасть. О боже, вы что, никогда не видели лаву? Ну как бы нет. Тем временем немец. Ха, это хороший шанс убить этого генерала. Ты что, офигел что ли? Я немец, и я тебя убью! Постарайся сначала, постарайся. Ну и постараюсь. Говорил со мной не связываться. Боже, что это было сейчас за выстрел? Вы что разорали? Я порезался! Генерал, генерал, там товарищ утонул, Ну и пусть, ладно, утонул так утонул. Мы на этой войне уже всех потеряли. Нам не привыкать. Брат! Нет, брат, я прыгну за тобой. Не прыгай, сказал, не прыгать. Ой, ладно. Вот дурак был, вот дурак. Вот и все. Так, солдаты, что мы тут делаем? А? И короче, я ему говорю, что пошел на. Тихо, генерал пришел. Здравствуйте, товарищ генерал. Здравствуй. А где все остальные? Они на разведку ушли. Куда это на разведку, то есть? В Луганское море. Они что, совсем дураки? Там же опасно, там же корабли, они их могут взорвать. Ой, как-то я об этом не подумал. О боже, какой страшный сон приснился. Боже, никогда не буду спать по утрам. Ух, хорошо. Что за хрень произошла? И откуда тут стул вообще? Босс, мы на обстреле. А у нас прочная дверь, иди стреляй сверху. У них очень крепкая дверь, то есть стена. Товарищ генерал, вы же генерал, вам
вам нужно спуститься. Опять что ли, это так хрень? Генерал, ну вы прям в нужное время-то это начали делать. Вот блин, давайте что-то еще все сейчас ляжем. Товарищ генерал, вы что? Насчет этот стул. Видно, что на него упал стул. Фух, босс, вы меня напугали вообще. Босс, зачем вы меня так пугаете? Везите танк. Везите танк. Они танк везут! Генерал, быстрей! Я их задерживаю. Побежал. Удачи вам, генерал. Так, быстрее, убегай. Убегай. Ну что ж, урода, вам всем капец. Со мной все нормально.